Готовить сани летом, а точнее ресурсы жизнеобеспечения горожан, начали коммунальные службы и управляющие компании города. Активные работы ведутся не только по локальной замене участков электро-, водо- и теплоснабжения, а также по ремонту кровель, межпанельных швов, подъездов и фасадов. В целом, по всем управляющим компаниям, по состоянию на 1 июля 2020 года, процент исполнения планов, предусмотренных к подготовке к зиме, составляет 38%. Завершение данных работ, предусмотренных планом, планируется, основная их масса планируется до 1 сентября 2020 года. Помимо плановых работ, управляющие компании активно выполняют заявки, которые поступают от магаданцев. Пока их немного, и в основном они касаются замены окон в подъездах или установки освещения с датчиком движения. Просто нужно обратиться в управляющую компанию, написать заявление о том, что жильцы хотят поставить там пластиковые окна, исправить межпанельные швы или у кого-то течет кровля. То есть остается только заполнить заявление, и управляющая компания обратить на это внимание и в кратчайшие сроки все исправится. Специалисты управляющих компаний работают круглогодично. Если зимой в основном работы проводятся внутренние, то летом, как правило, это внешняя отделка. Так, заявка поступила от жительницы Магадана. Именно по этой заявке сегодня специалисты проводят кровельные работы. Активная фаза работы управляющих компаний продлится до 1 декабря 2020 года. После ее завершения специальная комиссия оценит качество выполненных работ.